Всем привет! Всем привет! Нас кто-то знает, а кто-то нет, а кто-то будет сегодня с нами знакомиться в первый раз. Меня зовут Нина, это Игорь. Мы муж и жена, мы вместе уже 27 лет. У нас двое взрослых детей, дочь и сын. И мы всегда вместе, даже в социальных сетях. И вы не поверите, у нас на Фейсбуке один аккаунт. И поэтому нас можно найти как Нина и Игорь. Будем знакомы. Будем знакомы. Мы путешественники, очень любим путешествовать. И наша мечта – путешествовать два раза в год. По полгода, вы не поверите, но это мечта, и она наша. Но за данное время, за последние 2,5 года, мы были в 22 поездках. Вы можете делать то же самое. Причем можно путешествовать и зарабатывать. И об этом наше будет небольшое видео. Вы его обязательно посмотрите, и если оно вас заинтересует – пишите нам, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Всего доброго, хорошего просмотра! Всем привет! Прямо сейчас ты узнаешь о совершенно новом способе, как можно путешествовать в VIP-статусе по самым выгодным ценам, делать это чаще и в компании единомышленников, и как можно зарабатывать реальные деньги, просто рассказывая об этой идее. Речь пойдет о самом большом в мире клубе путешественников, который называется Dream Trips. Год образования клуба 2005, страна США. Все услуги внутри клуба Dream Trips продвигаются самым крупным североамериканским туроператором Rovia. С 2012 года компания получает самые высокие награды в сфере туризма, такие как World Travel Awards, Magellan Awards. Количество наград за это время 38. А также в 2018 году клуб был признан самым успешным туристическим проектом в Европе. На практике Dream Trips – это простое и удобное в пользовании приложение на вашем смартфоне или сайте в интернете, которое позволяет каждому человеку путешествовать несколькими способами. Первый способ подойдет для самостоятельных путешественников. В приложении есть своя поисковая система, которая позволяет покупать авиабилеты, бронировать гостиницы, арендовать автомобили, покупать экскурсии, билеты на круизные лайнеры и даже бронировать виллы и замки по чистым тарифам и без наценок. Если вы купите авиабилет или забронируете гостиницу через Dream Trips и в течение суток найдете на любой существующей известной вам платформе такое же предложение, но дешевле, вы можете сделать скриншот, заполнить элементарную форму, и вам возвратят разницу в цене и доплатят 10% от этой разницы. И еще одна гарантия, очень уникальная и запатентованная. В поисковую систему встроен робот Rate Shrinker, который может удешевить уже купленный авиабилет или оплаченную вами гостиницу. Второй способ путешествовать – это возможность покупать VIP-туры, в которые уже включено проживание и программа по самым выгодным ценам более чем в 50 странах мира. Приставка VIP означает, что проживание будет осуществляться только в отелях 4-5 звезд, такие как Hilton, Sheraton, Marriott, а также в тур включены различные скидки, подарки, развлечения и экскурсии. Таких предложений с каждым годом все больше и больше. В 2018 году на платформе более 25 тысяч предложений по миру. Сейчас я приведу примеры некоторых туров, покажу, из чего состоит каждый Dream Trip, и увидите реальные цены. В описании каждого тура вы увидите страну, город, количество дней и ночей в туре, название и класс гостиницы, подробную программу тура и цену за одного человека при двухместном размещении. Количество дней пребывания в большинстве туров можно увеличивать по своему желанию. Также возле каждого Dream Trips вы увидите кружок с цифрой, на которой написано «Point». Один поинт в системе равен $1. Это та скидка, на которую каждый член клуба может удешевить стоимость тура. Откуда берутся поинты, расскажу чуть позже. А на примере данного Dream Trip мы видим, что цена на одного человека за трехдневное пребывание в 4-звездочном отеле, питанием и программой составит $89, а при наличии поинтов всего лишь 39 на человека. Компания постоянно отслеживает ситуацию на туристическом рынке.
и дает лучшее предложение для членов клуба. На примере этого трипа можно увидеть, что цена для членов клуба составит всего $250, его можно удешевить на $99, в то время как подобное предложение на рынке будет стоить как минимум $450. И именно этот тур купила наша команда из Эстонии, и мы провели незабываемый отпуск на Красном море в декабре прошлого года, продлив тур на неделю и дополнили экскурсии в Иерусалим, на реку Иордан и Мертвое море. Большое количество туров по Европе, Греция, обратите внимание на программу. Италия, винный тур. Франция с посещением парижского Диснейленда. И если этот тур покупает на 2 взрослых и 2 ребенка, то его стоимость всего 895 евро на четверых, что не может не радовать, так как только сами билеты в Диснейленд на 3 дня стоят 702 евро на четверых. Венгрия дегустационный тур. Ямайка пляж Негрил, где снимался фильм «Пираты Карибского моря». Кения сафари с дикими животными. Австралия. Горнолыжный курорт во Франции. Дубай, морские и речные круизы по всему миру, более 25 тысяч тематических, спортивных и даже волонтерских туров. Пришла беда в Грецию, выгорела Атика, компанией сразу был организован волонтерский тур. В первые 90 дней после вступления в клуб вы можете удешевлять покупку туров от 50 до 75 долларов. И после своего первого дримтрипса вы получите на свой счет от 100 до 150 поинтов на ваши будущие путешествия. И это третий, совершенно новый способ путешествовать с дримтрипс. Это туры с открытой датой. Больше 40 трипов в разные страны. Так, например, поездка в Италию в 5-дневное путешествие с учетом скидки будет стоить вам всего $359 на человека, и в этот тур вы можете отправиться в любое удобное время с 1 июня по 30 ноября. Например, вы можете купить таких несколько туров. Для всех членов клуба в режиме 24/7 работает консьерж-сервис. Это ваш личный секретарь, который поможет решить ваш любой вопрос в отпуске. Забронировать столик в ресторане, выписать рецепт в аптеку или разбудить вас в аэропорт. Служба представлена на 17 языках, русский есть в том числе. Также вы можете пользоваться уникальной партнерской программой Dream Trips Local с кафе, барами, ресторанами по всему миру, при посещении которых вам будет начислен повышенный кэшбэк от 20 до 50% от оплаченного счета в виде поинтов, на которые вы можете удешевлять стоимость любого тура. Чтобы стать членом клуба Dream Trips, при регистрации вам на выбор будет предоставлено 2 пакета – Gold или Platinum. Все то, о чем я вам рассказала, доступно на пакете Gold. У Platinum добавятся дополнительные VIP-привилегии – ранний заезд и поздний выезд из гостиницы, дополнительные скидки и подарки, личный трансфер в некоторых турах и возможность на неделю раньше видеть новые эксклюзивные предложения на платформе. Пакет Gold разово при регистрации стоит $280, из которых $223 сразу же конвертируются в поинты, и вы их видите в личном кабинете как депозит на свои путешествия. А $57 вам предлагается откладывать ежемесячно в течение года, и ровно через год вы получаете одну большую накопленную сумму $684 в виде поинтов на ваши будущие путешествия. Пакет платина разово при регистрации стоит $480, из которых 380 вы сразу видите в личном кабинете и можете тратить, а 100 идет в счет накопления за первый месяц на будущий отдых, и через год вы получаете 1200 накопленных поинтов. То есть сама карточка бесплатна. Вы сами решаете, какую сумму, исходя из пакета, вы готовы положить себе на депозит и сколько готовы откладывать ежемесячно. Но самая уникальная возможность, благодаря которой клуб очень быстро продвигается по миру, это программа лояльности, которая позволяет путешествовать бесплатно. Клуб Dream Trips закрытый, и попасть в него можно только по приглашению и рекомендации. Как только за любой промежуток времени по вашей реферальной ссылке в клуб подключится 4 человека на такой же пакет, что и вы, вам больше не нужно из своего кошелька откладывать ежемесячный членский взнос 57
или 100 долларов. Клуб это делает за вас. Таким образом, один раз в год, пока 4 человека находятся в клубе, путешествуя на сумму 684 доллара или 1200 долларов, всегда становятся бесплатными. Также разово за каждый подключенный пакет Gold вы получите 100 поинтов, за пакет Platina 200. Давайте поговорим, откуда берутся поинты. При вступлении в клуб вы кладете себе депозит на счет, который сразу конвертируется в поинты. Вы можете кушать в ресторанах партнерах и получать повышенный кэшбэк в виде поинтов. А также вы получаете поинты за рекомендацию клуба. Один поинт равен $1. Используя все эти возможности, путешествия становятся частыми и даже бесплатными. За последние 2,5 года с клубом Dream Trips мы совершили 22 поездки в разные страны. Это только маленькая часть фотографий, которые мы вам показываем с нашим синим флажком «You shall be here». Сколько много стран – Греция, Венгрия, Румыния, Израиль, Германия, Ямайка, Португалия, Россия, Италия, Испания, Англия, Швеция, Норвегия. А на специальной платформе Dream Trips Rewards, которая с ноября этого года, 2018, запущена и у нас в Европе, функционал поинтов расширяется. Теперь мы можем частично оплачивать ими авиабилеты, гостиницы и товары для наших путешествий. Подводим итог. Dream Trips – это выгодно, это удобно и это качественно. Благодаря этому синему флажку с надписью «You shall be here», что в переводе «ты должен быть здесь» или «тебя здесь не хватает», идея клуба очень быстро распространяется по миру. Ведь чтобы больше людей узнало о Dream Trips, достаточно путешествовать, фотографироваться с этим флажком и выкладывать фотографии в социальные сети, как мы это делаем ежедневно. И еще одна возможность, которую представляет клуб, она не для всех. Она дополнительная и не обязательная, но она доступна каждому. Если ты смотришь данное видео, значит ты счастливчик, который узнал об этом проекте и возможностях, которые он дает. И скорее всего ты входишь в то число людей для человека, который отправил тебе это видео, с кем он хочет либо путешествовать, либо строить бизнес. Знай это и обязательно дай обратную связь. You shall be here. Тебя здесь очень не хватает. Не хватает тебя здесь.